находимся в дежурной части отдельного батальона ДПС ГИБДД города Ярославля. Вот. Дежурная часть занимается, принимает звонки граждан, управляет нарядами ДПС по городу Ярославлю, Ярославскому району. Принимаем информацию, записываем в зависимости от ситуации, либо информируем граждан, либо направляем наряд, либо передаем информацию по территориальности. Все зависит от ситуации. Заявок очень много в течение суток. В среднем город Ярославль, Ярославский район, у нас регистрируется 100 ДТП. Стараемся оформлять побыстрее. В среднем где-то ожидание час. Суточный наряд заступает в 9 утра и сдает смену тоже в 9 утра следующего дня. Служба интересная. Вот. Очень много информации разной. Много людей знаешь, с многими общаешься. Поздравляю всех коллег, всех инспекторов с праздником, с профессиональным. Счастья, здоровья, удачи всем. Сотрудников ГИБДД поздравить с профессиональным праздником, пожелать их, чтобы было у них все благополучно на службе, и их родственникам здоровья, удачи и дождаться всех своих родных с работы.